Автомобиль. Для одних предмет роскоши, для других просто средство передвижения. Особенно, когда речь идет о подержанных экземплярах. Чтобы выбрать достойный вариант, необходимо тщательно углубиться в детали и выявить все неисправности, которые могут быть в машине. Такой прибор называется толщиномер. Необходим он для измерения лакокрасочного покрытия автомобиля. Продается в любом специализированном магазине. Прежде чем приступить к работе, его нужно откалибровать. Наиболее важный и дорогой элемент автомобиля – это кузов. И толщиномер покажет, в каком месте у него было повреждение, которое пытались скрыть. Прибор прост в использовании, но замену отдельной детали обнаружить не сможет. Определить это под силу только специалист. Мы можем посмотреть на шагрень, то есть это зернистость краски, посмотреть на то, откручивались ли какие-то болты, снимались ли определенные детали, есть ли переходы краски на внутренней части и наружной. И только это все в совокупности даст нам определенный какой-то результат. Но это еще не все, на что нужно обратить внимание. Автомобиль необходимо проверить до мельчайших деталей. При помощи специальной техники можно подключиться к блоку управления, узнать пробег, ошибки и износ. После базовой проверки, то есть это проверка кузова, проверка салона, проверка оригинальности пробега и юрчасти, потом гоним автомобиль на станцию техобслуживания и однозначно поднимаем ее на подъемник, осматриваем ходовую, проверяем компрессию двигателя, проверяем электронные системы коробки передач, но особенно это актуально для автоматических коробок, это однозначно нужно делать при выборе любого автомобиля. Самое простое, что можно сделать на месте перед покупкой, оценить степень износа салона, проверить визуальное состояние подкапотного пространства на отсутствие потеков, масляных пятен и износ тормозных колодок и дисков. Открыть капот, хотя бы посмотреть, нет ли здесь какого-нибудь там, как говорится, колхоза. Вот эта машина приобрелась буквально месяц назад. Начали разбираться, то есть заметили, что нету родных оплеток, провода все распушенные. Здесь провода тоже без оплетки, перетерлись, было короткое замыкание, сгорели мозги. Консультация автомеханика обязательна, так как самому технически проверить авто крайне сложно. Если упустить этот нюанс, вы рискуете не только лишиться кровно заработанных, но и потерять много времени на ремонт. Это разобранная коробка передач, а далее находится сам двигатель автомобиля 2015 года. Покупатель здесь доверился просто словам продавца и не проконсультировался у специалиста. Сразу после приобретения авто нужно заменить все расходники и масло, не экономить и использовать только качественные материалы. Такие нехитрые советы помогут выбрать автомобиль мечты и еще долго передвигаться на нем в свое удовольствие. Александр Кононов, Артем Баранов. Утро нового дня.